Что касается курения, я совершенно согласен с законом, запрещающим курить в общественных местах и вообще с подорожанием сигарет и со всевозможными этими историями, потому что, ну, во-первых, я даже не знаю, что здесь обсуждать можно, и когда кто-то со мной пытается поспорить на эту тему, у меня даже нет, в принципе, аргументов, потому что я не понимаю, как спорить. Можно это, можно спорить с тем, там, с какими-то... В каких-то вопросах можно спорить, где ответ неоднозначен. Мне кажется, здесь нет другого ответа, в принципе, потому что курение, оно убивает не только курильщика, но и окружающих людей, да, поэтому, соответственно, да и вообще это, по-моему, какой-то разговор на уровне, я не знаю, 83-го года, вообще, как можно обсуждать вопрос о том, можно ли курить в общественных местах или нет, да, человек, который даже курит, возвращается домой, как пепельница воняет, человек, который не курит, для него это вообще вдвойне страшно, и мне кажется, это просто какая-то, я не знаю, провинциальность, да, курить в помещениях и не иметь возможности просто сил выйти там 10 метров от входа и покурить там. А что касается с курением на экране, опять же, мне кажется, здесь все-таки это художественная составляющая многих историй, опять же, многие истории не могут быть рассказаны без каких-то компонентов, возможно, курение это и есть тот компонент в каких-то сюжетных линиях, характерах. Поэтому здесь, опять же, все-таки, мне кажется, здесь вот как раз-таки неоднозначна эта история.